Всем привет, вы попали на канал ВГИК! С вами Артём Личаев, я! А где это самое? Камера вторая? В данный момент у меня в камеру снимают в кармане. Гамула где? Гамула появится в следующем ролике. Вот кто досмотрит этот ролик, получает бонусный следующий ролик с Гамулой. Друзья, сегодня здесь у нас величайший состав. Германа нет, зато есть Эльхан Салахов, Артём Нечаев, Андрей Сипскана, Андрей Пандос. Андрей Костян. И Андрей Костян Ставр. Привет, Андрей. Вообще, Андрей, и я, Андрей. Ого. Ну это легенда, ну это талантливо, ребят. Тут же можно вставить и динозавра сейчас на план. И как стул двигается по актовому залу. На канале «Веселый Гамул» и компания был видос, где мы с Жекой Спиряковым подсказывали друг другу, куда падать на пенальти, ну, угадывали друг за друга. И тогда я проиграл Жеке. Слева от тебя. Вот она! Справа от тебя. У меня будет отдельная камера, которая называется Эльхан Кэм. Она будет полностью снимать только Эльхана. Я хочу вас попросить сегодня подавать мне указания, куда же надо прыгать. Посмотрим, у вас чутье какое на пенальти. Прыгай, прыгай, пока не сдох. Прыгай, прыгай, пока не сдох. Хочет первым подсказывать мне, я куда прыгать. Первый. Отлично, все остальные бьют. Я первый. Ну что, Сипскана, нет, право. Ну, поскольку подсказывал Пандос, а он же у нас киберспортсмен, то по центру там не бьют. Да, я угадал! Нет! Я бил по центру. Это по центру? Серьезно? Минус балл Сипскане, он ударил не в центр. Я хорошо не перебить, говно какое-то, лучше бьем, пацаны, лучше бьем. Я думаю, ты даже. Ага, я понял. Так, у Пандоса 0 баллов. Ладно, давай влево. Стужа, стужа! Я его сейчас заморожу! Ведь я полный отморозок, я воплотил пиздец, а ничего не скажешь, молодец! Я полный отморозок, я воплотил пиздец. Справа ко мне. О! Питер! И мы опять играем в любимых, попадаем, тонем, нежности залил! Это было просто супер. Думаю, дать по центру. У Пандоса один сейв. А у тебя? У меня ноль. Все благодаря Пандосу. Ты сегодня не побрился, знаешь, он дарит влево вниз. Я разбегусь и сделаю очень долгий замах, пока Фидос не упадет. А потом катну. Скорее всего, судья такого гола не зачитает, но судьи-то у нас нет. Какой хитрый человек. Сипскана за такое получает пизды. Он сыкло, оказывается. Сыкло ебаное. Средний правый. Ну, в целом, я уже даже могу говорить, куда я буду бить. Фидос в любом случае будет прыгать туда, куда я ему сказал. Я буду бить в тот же угол, куда я хотел. А ты поменял? Он за это получает пиздец, Сипскана. Сыкло, оказывается. А куда ты должен был прыгать? Справа. Ну и что с тобой делать? Я взял. Ты не взял? Ты потому что дурной. Нельзя говорить. А почему нельзя, если у тебя уже решено? Все решено за тебя. Все решено за меня. Друзья, у нас отлично сработали с Эллом. Элла, ноль угаданных. Я там еще один вытащил, потому что я не прыгнул ни туда, куда не сказал. В общем, мы команда, команда. Очень хуевая, правда, но команда. Брата, брата, извините, таковы традиции. Вот в этот угол, Димас. Угу, право. Сипскана сегодня издевается надо мной, над моим эго. Хотел, чтобы Фидос, конечно, успел достать. Ну, блядь, тяжеленький он, тяжеленький. В центр. Чуваки, следующий гол я посвящаю всем фанатам Ньюкасла. Ну ты хотел по центру. Хотел, но сорвалось. Так, так, подожди, это очень важно. Скажи на камеру, я хотел по центру. Я хотел левый угол. Хорош. Хочется такого прямо, знаете, интересного. Я хочу ударить вот
В центр. Нет, это точно по центру. Девкам бить нельзя. Да. Но уже есть один балл. Уже угадал, куда будет бить пандос. А нахуй туда нужен? Давай мы будем бить ворота, а кончим угадывать. Ну это реально, типа вот... Да, хорош. Да он пошутил, ладно, он пошутил, пошутил. На, сука, получай, сука, довела меня. На, сука, на, сука, на, сука. Да, можем просто в камеру говорить. Ел сейчас ударит в правый угол. Если, блядь, после матча в пенальти я угадаю, например, и не допрыгну, это гол будет? А гол будет? Да. А если, блядь, команда не угадывает с трансфером вратаря, блядь, все в команду? Ты на кого намекаешь? На улице 45 ебаных градусов, они куда хуйне пиздят. Совести у тебя нет. Давай левый угол. Блядь! Вы достали! Вы бесите меня! Сибскана и Эльхан издеваются надо мной. Но я пойду в анус себе схожу. Мы лежим на пляжу. Но я пойду в анус себе схожу. Я хочу, чтобы ты сделал шаг влево и стоял там. Блядь, уже было сделать шаг, ты куда убежал, блядь? Тотальное недопонимание между партнерами. Ты поэтому делаешь шаг влево, одеваешь удар, который не угол, который в центр, понимаешь? Влево. Это было неожиданно. 2 сейва у Сибскана, не чай, давай, тащи, иди. Сибскана на первом месте, я бы его послушал. Пау-пау, все на фон, ведь это, блядь, футбол. Центр. Ага, ясно. Хочется сделать какую-нибудь подлянку, и я ничего не придумал, кроме как бить по... Когда дрочишь, что бормочешь? Я вообще на самом деле, блин. Как нечестно. Ну что, три? Нечаянно, у тебя три угадано? И по традиции, к концу видоса мы кончаем жизнь самоубийством. Групповое самоубийство. Что? Что? Ребятишки приехали и кончают с собой на свежем воздухе. Ребят, ну что, Артём Нечаев просто снова проявил свою гениальность. Ты что, Артём Нечаев? Прости, пожалуйста, прости. Вот, угадал. Хочу на поклоне, чтобы у меня был скрип такой. Как от двери. Подписывайтесь на канал Андрюха Сибскана, Костя Ставра, Пандоса, Нечая и Элла. У них у всех есть каналы, и там не хватает именно вашей подписки. А еще канал «Веселая гамовая компания». Здесь видосы каждую неделю, чаще всего по два. Ешьте по утрам сосиску своего бати и любите Алексея. Пока! Танцы в трусиках, в трусиках, в трусиках, в трусиках. Жопы, 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 жопы. Я двигаю своим SMI, я двигаю своим SMI, я двигаю своим SMI.